В мире случился зомби-апокалипсис, но у нас есть ферма. Ну ладно, ферма, у нас есть трактор, который мы прокачали. Из-за жары и поломки насоса мы остались без воды, поэтому мы решили рискнуть и отправиться на соседнюю ферму. По пути мы видели, как какой-то бедолага, спасаясь от зомби на Жигулях, сорвался с обрыва. Но нашему трактору зомби не помеха. На ферме соседей произошло много жести, но нам удалось спасти единственного выжившего, девочку Лилю. Казалось, все отлично, но по возвращению на ферму мы поняли, что нас там уже ждут. Ребят, помните, я рекламировал Аллоды онлайн? Короче, мы с Мишей решили на этих выходных поиграть вместе в Аллодов. Заодно постримлю. Если хочешь поиграть с нами, залетай по ссылке в описании, регистрируйся в бесплатной версии, ну и подготовься там. Если что, Аллоды онлайн — это офигенная RPG-шка от российских разработчиков, где самое главное, что мне больше всего нравится, есть куча всяких классов, и за каждый из них очень интересно играть. Так что на выходных встречаемся в Аллодах. На сервере Молодая Гвардия, не перепутайте. Поэтому переходим по ссылке в описании и заранее регистрируйтесь. Регистрируемся. Чего? Стоп. Шум затих? Только что как будто там толпа фанатов была какая-то. А сейчас тишина. Не понимаю. Ничего не видно, вроде никого нету. Посмотри, куда они делись? Сквозь щели. Или ты что-нибудь видишь? Блин, какая-то ерунда вообще. Так, ну ладно. У нас есть теперь маленькие серые друзья. Давай, бери, только на меня не целься, пожалуйста. На счет три залетаем. Раз. Лили, сядь пока на трактор, если что. Два. Три! Да что за бред? Тут же очевидно, дофига зомбаков было или кого там. Кто там орал так сильно? Так, стоп! Стоп, стоп, стоп! Охренеть! Вот это да! Ё-моё, а почему именно здесь они сдохли? Это чё, дождь и зомби, что ли, прошёл? Фу! Глянь! Нифига себе! Так-так-так... Господи, пещера! Так, это как же они прокопались-то? А кто их завалил? А-а-а! Да ладно, чуваки! Вы со всем этим справились сами? О май гад! Что? Что такое? Где? Реально! Вода! Ура! Блин, кайф, у нас теперь насос есть. Только, блин, батя, ничего, что оттуда армия зомби вылезла? Ладно, я пока Лильку позову. Ей нужно все-таки увидеть наши новые супер растения. Лилька! Давай сюда! Ты офигеешь! Только нос сначала зажми, ладно? Когда как будешь подходить. Вот, смотри. Помнишь, я рассказывал про волшебный горох? Вот на что он способен! Ё-моё, это просто горох-убийца! Кобздец, я его теперь боюсь! Это просто крутое оружие массового геноцида. Да вообще. Так, ну чё? У нас есть вода, у нас есть насос. Пора починить нашу трубу. Так. Ну, Лилька, ладно, давай мы пока тут с батей уберемся. Что-нибудь придумаем там инженер? Нет, не взрыв. Кто-то прокопался к нам из-под земли. Ну, я что-то сомневаюсь, что это были зомби. Ладно, но пить я хочу больше, чем рассуждать. Поэтому, Лилька, пожалуйста, пока тут освойся, ладно? А мы с батей пошли к гаражу, погнали. Я уже не знаю, что мы будем делать. Пава, а где трубы-то? Ты их не выкинул случайно? Так, ну пошли. Ух, не выкинул, ну слава тебе, Господи. О, отлично. Благодарю вас, что не сдали на цвет мед. Очень нам пригодятся теперь. Офигеть. Ладно, давайте начнем их отковыривать. Они капец тут, видимо, примерзли или чего. Так, чего, Лиль? Как такой горох получился? А, короче, нам, в общем, привезли цистерну, товарищ папа, с водой. Ну, чтобы мы ее пили. А оказалось, что в этой цистерне, прикинь, растворился зомби. Ну, как растворился, поплавал там, короче. В общем, вода получилась зараженной. Такие дела. И получается, теперь она действует как удобрение для наших растений. Вот, и мы и полили, и... Что? Полить зараженной водой остальные растения? А что-то мы сразу-то до этого не додумались. Есть? Ну, мы половину только польем, а остальное на эксперименты. Мало ли что еще вырастет, вон какой горох крутой. Ну, давай. А, отлично, батя согласен. Ну, тогда, слушай, Лиль, ведра вон там, около бензоколонок. Сама справишься? Вода набирается вон сзади, там у этого Зила краник есть. Все, давай, все, что хочешь, поливай, но не все, в смысле, только половину. Все, ок. Что-то как тяжело мне откручивать, ладно, давай вместе.
Вот киркой гораздо лучше. Так, ну, думаю, знаешь что, я думаю, достаточно. Если что, еще тут наковыряем. Я вот одну уже сломал. Так, ладно. Вот этот, может, на цвет мед. Ладно, все, погнали. Мы еще даже не прикинули, как, может, мы уже чересчур тут наковыряли. Так, а где Лилька? Где Лилька? А, вон, бегает, плевать. Молодец, слушай, девка-то сильная, оказывается. Такие ведра тяжеленные таскает. Лилька! Ты только не забудь, ты все нам не полей, а то есть-то реально нечего будет. Так, и с зомбями надо что-то делать. Слушай, походу надо будет заехать сюда на трактор и все это куда-то сгрести. И, видимо, нам нужна выгребная яма побольше. Потому что столько трупов, я думаю, на солнце будет вонять. Ой, мне уже плохо. Я, конечно, уже с иммунитетом от коревых лепешек, но... Так, ладно. Так, туда, думаю, метров 20 вниз, не меньше. Получается, нам надо провести трубопровод к кухне. Кухня, давай сначала, знаешь, что, значит, пусть у нас будет смеситель главный вот здесь вот за ванной, все-таки мыться, все такое, а уже от ванны проведем до кухни. Не, Лилька, мы справимся. Так, ну тогда погнали. Так, вот отсюда, здесь прям будет кран. Опа, теперь вертикаль, может закопаем или сверху? Давай поверх все-таки пустим, мало день будет протекать. Так, все. Ты пока готовь поворотный, я пока вот на горизонталь выведу. Вот, молодец. Нифига ты далеко кидаешь, только на меня, пожалуйста, не надо. Что, не растет? Ну, подождать надо, Лилечка. Подождать, не сразу все это. Иду, пап! Класс, у нас водопровод получается. Блин, опять запачкался. Только сейчас-то получается, мы должны уже в темноту устроиться. Мне как-то страхово. Что-то там как-то страшно, знаешь ли... Мало ли, там что-нибудь еще сидит. Ну, ладно, у нас есть дробовики и фонарики. Так что, думаю, как-нибудь получится. Ну, давай, ты там держи на мушке, я пока трубу тут доставлю. Ну, блин, стрёмно. Да, думаю, трубы хватит, но, блин, мы как-то с тобой проигнорировали факт, что на нашем заднем дворе появился долбанный тоннель метро. Вот что делает обезвоживание-то с человеком, а? Ты смотри, тут, кажется, какой-то проход заваленный. И с той стороны тоже. Так, ладно, все, давай, надо отсюда сваливать, доделывать трубу и заколачивать скорее этот выход. Все, погнали. Лиля, мы живые, все в порядке. Чего такое? Воняет? Ну да, а ты что, никогда за коровами, что ли, не убирала? Брать. Так, ну, батя, хватит лизить. Ну, правда, может, воняет, а она, может, без иммуна. Коровами-то по носу. Ладно, хорошо. Бать, можно я трактор возьму? И ты пока тут чини, а я уберу все по-быстрому. Да ладно, я мигом. Сейчас, Лиля, только осторожно под колеса не попади. Надо бы тут как-то проехать. А чё ворота-то не закрыли, блин? Ай. Что? Здрасте! Эй, вам подсказать? Вы куда? Куда по пшенице-то, блин? Зараза! Чё за хрень? Городские, наверное. Вечно они какие-то странные. Испугался меня, что ли? Я же даже дробаш не доставал. Надо ворота закрывать. Так, ну хорошо. Поехали маленько. Тоже покатаемся. Так, осторожно. Едет трактор. И последний. Все, всех загребли. Ну и куча, блин. Осторожно. Так, ого. У Лильки там успехи. Так, сейчас заценим. Только надо забор сначала восстановить. Так, погнали. Вау! Да блин, хватит пищать! Хватит пищать! Лилька! Ну я тебя поздравляю! Ты, я смотрю, там еще и в теплице что-то понасажал, да? Ого! Это что, картошка? Ха-ха! Офигеть! Арбуз! Бать! Батя! Смотри, что выросло! О, вау! Да и у тебя тоже успехи! Ну, день прошел не зря! Так, и сейчас я посмотрю. Вау. Ух ты. И даже факел поставил. Чего? Ну, мои похвалы тебе. Офигеть. Ну, ты прям сантехник теперь. Какая помощь? Ты же уж все закончил. Всего до самой воды сделал трубу. Кто бы ни прокопал этот туннель, он может в любой момент вернуться. Но я тут не хочу сидеть с ружьем весь день. И что ты предлагаешь? Слушай, так у Лильки там же успехи. Давай возьмем парочку там ее этих горохов и здесь посадим. Вот они тут будут караулить. Как? А чё как? А, земли нет. Ну, в горшках? Вот горшки возьмем, которые от мамы остались. Побежали.
Лилька, нам нужна твоя помощь! Батя, давай лучше вот этот, смотри, у него какие-то такие брови нахмуренные, он как будто бы злее. Я думаю, он и более лютый. Давай вот его выкопаем. Так, Лиля, принеси горшки, пожалуйста. Они там вот в кухне под столом. Так, ну да давай это сейчас вот этих подкормим. Чего такое? Ты номера? А, не, не запомнил, только запомнил, что это был красный червяк, и все. И мужик какой-то в черных очках. Все, что разглядел, бать. Так, ну ладно, давай, все, пора их уже выкапывать. Ох, блин, опять эти страшные звуки. Ё-моё, да, ты прав, тут без охраны никак. Ладно, тогда прям по центру садим. Так. Эй, вот такая тут получается будет база. Во все стороны будет защищать. Ладно, погнали. Все, они тут без нас справятся. А мы пока давай заколотим дыру сверху, потому что мало ли чё, да? Хоть какая-то будет защита. Ну вот, какая-никакая защита. Погнали, проверим наконец. Потому что, ну, может, мы тут все как бы зазря заколотили, и сейчас надо будет разбирать и снова все чинить. Так, открываем вентиль. Так, все, открыл. Погнали, погнали, погнали! Прям уже не терпится, наконец, помыться, отмыться от всего этого. Так, 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 так. Ну что, готовы? Лилька, иди сюда! Момент истины. Раз, два, три! Вода! Мы добыли воду! Так, 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 ну-ка. Так, 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 так. Сейчас, ну, видимо, нам напор маленький, ну ничего. Везде есть вода! Круто, ну все, Лилька, погнали посмотрим, что там вырастило. Заценим. Я хочу сначала помидорчики посмотреть, мои любимые. Так, вот какие злючие. А так, ну-ка пособираем парочку. Так, так, так. Опа! Две штучки, так еще сейчас маленько. Две штучки, так, раз и два. О, четыре хватит. Ну какие-то они странные, такие тяжелые, блин, знаешь, как будто бы дыня. Но это не дыня. Че, давай кину куда-нибудь. Вон, в компостную яму. И раз, и два, и три. Ух ты. Так. Че-то ничего не происходит. Ого, как граната. Лих, ты куда? Так, ладно, давай еще попробуем. Так, ну-ка, мне понравилось вот это помидорчики. Так, следующий пошел. Так, 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 ну-ка, смотри. Хочешь? Так, Лилька. Стоп. Что? Не-не-не-не-не, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё? Лиля, ты чё, ты совсем тетю, что ли? Ты смотри, какой он здоровый. А если он тоже взрывается? Не, ну вообще, ну проверить-то надо. Ну, проверить надо. Только давайте за пределами фермы, ладно? Вон прямо сейчас я отковыряю, где заколотил. Ты пока его аккуратненько тоже подними. Сейчас мы его туда вот за холмы оттащим. Ну потому что знать нужно. Так, ну думаю близковато. Не-не-не, близковато, надо еще подальше. Так, тут же мало ли чего, он размером, блин, как шифоньер. Так, ну вот, ладно, давайте вот здесь вот. Вот сюда, Бать, ставь сюда. Вот сюда ставь. Ага. Так, а как мы его взрывать-то будем? У тебя есть запал? А, у меня есть помидор. Да-да-да-да. Так, ну как думаете, с одного получится? Только подальше, подальше, подальше. Как думаете, докину? Не, докину. Нормально. Я в баскетбол играю отлично на физкультуре. Лиля! Ты что так близко стоишь? Ух. Ну, погнали. Так, вот так вот и... Пошел. Так. И... Охренеть! Вот это да! Ты хотел его во дворе взорвать! Блин, ну повезло, конечно! Повезло, блин, капец! Так, сколько у нас там этих арбузов? Ну-ка посмотрим! Да это просто, блин, как какое-то ультимативное оружие! Так, эту кучу надо будет, я думаю, сжечь все-таки. Офигеть, я под впечатлением! Так, 6 двойных подсолнухов. Ага, 4 диких перчика. Так, и наши арбузики. Так, ну-ка пересчитывай. Блин, что там батя строит такое? Сейчас я у него спрошу. Так, инвентаризация, вещь полезна. Бать, что ты такое тут делаешь? Нифига, шалашку что ли? Катапульту для арбузов? Ой! Опять этот звук. Опять этот звук. Такой же звук был перед тем, как пришли те зомби и убили твоих родителей. А вот эти дрянные огни. Оу! Капец! Слышите? Они уже близко. Так, закрываем. Ну что, на этот раз мы готовы. Лопаты к бою! Бежим перекапывать!